На сегодняшний день вопрос снижения аварийности в сфере ЖКХ является для округа одним из наиболее приоритетных, так как он затрагивает важную сферу жизни граждан. Коммунальные услуги поставляются населению 24 часа в сутки, 365 дней в году. За прошедшие дни января у нас было две аварии на системах теплоснабжения, они все были устранены. Средний срок устранения аварии составил 6 часов 27 минут. На сегодняшний день у нас действует алгоритм между Минэнерго, МинЖКХ, МосАВС и органами местного самоуправления по обмену информацией. Этот алгоритм действует не со вчерашнего дня, а с 2020 года, но в этом году в него добавили новые действующие организации. Это ЦУР, контроль устранения аварий через МЦУР и контроль информирования жителей через МЦУР. Новый алгоритм взаимодействия при устранении аварий в первую очередь включает в себя информирование жителей со всех доступных источников – соцсети, чаты и общение через боты. Далее информация поступает в единую дежурную диспетчерскую службу, которая уже передает сведения в администрацию округа, Минэнерго и областную аварийно-восстановительную службу. Помимо уведомления, осуществляется контроль соблюдения цепочки и хода устранения аварийной ситуации. Нормативное время на устранение у нас 6 часов на воду холодную, 8 часов на горячую, отопление 8 часов, электричество 24 часа, газ 24 часа. Если холодной воды нет более 4 часов, то организуется ее подвоз. Для предотвращения аварий производятся работы по подготовке сетей, реконструкции, замене и текущему ремонту. Такие мероприятия проводятся в летний период. Контроль качества их исполнения осуществляет комитет по ценам и тарифам региона. Ресурсоснабжающих организаций у нас на сегодняшний день 59 штук. Утверждают дорожные карты ремонтов за счет тарифных источников, так называемый ОПЕКС, 479 миллионов рублей. И инвест-программы тарифных источников у нас имеется только в Одинцовской теплосети, это 73 миллиона рублей. В 2023 году запланировано финансирование по гарантирующим программам по ремонту в сфере ЖКХ. Основная задача округа – обеспечить жителей бесперебойными коммунальными услугами. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».